Друзья, всем привет! Кто впервые попал на мой канал, зовут меня Влад. Я путешествую, ловлю рыбу. Стараюсь выставить видео о рыбалке раз в неделю, раз в две недели. Тема нашей рыбалки сегодня – далекий север для Америки. Уезжаем мы далеко, почти под самую Канаду. Озеро будет называться Black Lake. Ну и будем ловить. Что там сможем словить, то и словим. Тащим лодку с собой. Так что, друзья, не переключайтесь. Надеюсь, у нас будет хорошая рыбалка. Друзья, утро доброе. Мы уже приехали вчера. Погода супер. Вот наш причальчик. Народ готовится. Доброе утро. Рома, как самочувствие? Супер. Алекса даже не буду спрашивать, по лицу видно сразу. Всегда сразу. Ладно, ребята. Сегодня первый день. И будем пытаться ловить. Что-нибудь, что ловится. Никаких целей нету. Так что вот так. Слушай, красиво. Красиво, осень. По идее должна быть щука. Должен быть хищник. Не. Класс. Все, включаемся, ребята, и погнали. А вы взяли живца, да? Да. А если мы тут хлеба посеем? Я сеточку могу бросить. Мы... А ты смотри, что здесь творится. Где? У меня есть малявница дома, блин. Я. А что, много тут рыбы? Да? Трава, смотри. А, трава. Ты всю траву ты потом... У нас есть лайвелл или вы к нам? Да, у нас есть лайвелл. Ну, для малька? Ну, я могу и для малька бросить. Хотите? Ну, ты себе возьми. Мне не нужен. А вы ловите на малька? Не, мы не ловили. Первый раз. Ну, все. Ладно, друзья. Все, включимся уже на месте. Будем ловить. Саня, где парковаться? Саня. Я понял тебя. Вот здесь 40 под нами. Подбежать под берег. Ну давайте. Глубоко. Глубоко, да? Опа, Александр сразу, ты посмотри. Что-то очень глубоко. Меня даже не достает до... Ого, ого, ребята. Это хорошее. Это явно не крапи, ребята. Судак. Судачок.
А сколько брать можно размер? Я не скажу, ты ж мне не дал. Я тебе точку прислал. Сделай хоть фотку. Прикольно, приколись. Но я его оставлю, наверное. Маленький? Ладно. Давай. Да, я камеру сниму. Ребята, судачок небольшой. Ну, красивый. Судачок, друзья, уходит. Оба. Чу-чу. Ладно, продолжаем. Это меня радует. Взял он на такую вот ларву. Not bad. Not bad. Погнали далее. То есть тут очень глубоко. Вроде речка небольшая, а тут сорокушка. То есть где-то 10 метров глубина сразу под берегом. Привет. Саня, так сколько у меня поинтов уже? Все, ваши 3 дня прошли. Минус 18. Ого, тут глубоко, ребят. Ого. Попробуй, да. Ну, если вы дадите нам снасти свои, я бы с удовольствием попробовал. Ну ладно, я подропшатаю немного. Не-не-не, да, это будет поздно. Оно сейчас перестанет плевать. Давай, да. Оно реально перестанет. Оно все, оно заглохнет. Оно заглохнет, все. Серьезно? Потом начнет санкции. Так, ребята, поменяли снасть. Даже не хотел с дропшата что-то снимать. Это чисто дропшата уточка, поэтому она... Ты не дергай, плавно-плавно веди. И все, да? Да. Я перепробовал все за это. Она хлоп. Тут судак есть, Светун, поэтому на дропшат ты можешь судака лупануть. Как Володя. А посмотри, а и ребята просто уничтожением занимаются. Первое у Светы. Not bad, away. Да. А, я не знаю. Да. Давай. Стой, Бося. Возьмем. Ну, ты видишь, и ты отловилась. Так, ребята, вяжусь, что-то не понимаю, что я делаю. Ну, поставили вообще ультра, никаких дропшатов, только ультралайтовая штучка. Что? Посмотри, подплывем к берегу чуть-чуть. Да, друзья, тут надо очень лайтовые удочки. Тебе свети свою дроп. Да, это вообще на дропшат вторая. Это джиговая на судака. Поэтому.
Опа, был удар. Так это этот, да. Не-не, крапи, ребят. Классно, молодцы. Я переставляюсь, на малька серьезный экземпляр. Да. Даю поплавок мальке уже. Опа, у меня была поклевка, ребят. Ребята. Ты сейчас всю рыбу тут. Пока мы куда-то хотели поехать, Света тут кого-то лупанула. Кого там? Беса. Бесок. Largemouth bass. Красиво, давай. Можешь снять сама, если. Не, я не хочу его трогать. Ты же за губу никогда не... Ну, это очень маленький. Аккуратней крючок. Маленький гаденыш. Опа, светун. Красава. Просто красава. Мелочь. Мелочевочка. Чук-чук-чук-чук. Давай. Largemouth, ребята. Щука, ребята. Видишь, светун, тут надо бросать на щуку, может. Охереть, она вот такая. Щука, была. Серьезно? Обрезала. Ладно, я Свете сделаю, может, я буду бросать тогда тут щучку. Сделай мне щучку. Бляха, муж. Может, это поработает. Вдоль берега. Бесок. Промахнулся, дал по бороде. Давай, бустак, больше у нас шансов словить. Что? У нас снасти на этого. На беса. Или на щуку. Опа, а это моя, что ли? Так, встала. А ну. Крапи, пусть. Ух ты, молодец, усильно, серьезно, серьезный чел. Оп. Промахивается. Не бьет. Маленький. Где же громадина, а, светун? А, где громадный? Топ, товарищ. Бро, где твои старшие родители, дедушка? Оп, давай. Оп. Отлично. Перестраивайся, вот ты будешь ловить. Бески есть. А где маленькие, там... Конечно. Мы обрасываем. Там. Я тебе говорю, пусть. Ты занимаешься ерундой. Небольшой. А? У меня есть такая же вторая.
Небольшие, но хоть клюет пусть. Хоть клюет. Кого? Давай, я тебе дам. Тут такое, кстати, очень раздолбленное. Не, ну да, это я видел один раз только. Но это нормально, ничего страшного. Светун? Молодец. Доставаем. Там. Так. Не сказывал. Какие-то мелкие тут все пески. Но не успеваю снимать. Опять крабы. Она такая вкусная вообще, эта рыба. Это... Я пожарю. Ай, не колись. Да убиваем, ребята, просто убиваем. Алекс, просто убиваем, бро. Ты даже такого не видел никогда в своей жизни. Друзья, ну что, отловились мы на этом озере. Очень мало времени было. Не знаю, пожалел я, что мы поехали всего лишь на один день. Далеко ехали, почему. Но озеро очень неплохое. Потенциально тут, конечно, много рыбы. Но осень задержалась. Вода еще теплая, поэтому хищник как таковой... не клевал хорошо, то есть вообще не клевал, ни бесса, ни щуки не было. Но зато крапи отловились по полной программе. Но единственное, если бы я, конечно, хорошо знал, я бы взял другие удочки, более такие лайтовые. И тут можно стоять и ведрами выбивать. А рыба хорошая, вкусная. Саша уже вон пошел. А так мы будем собираться, друзья. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся на рыбалке. Всем удачи!